Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как истребить колорадского жука? Я очень признателен, если вы зайдете в описание на ссылку Яндекс.Дзен и подпишитесь. Вы много для себя полезного там найдете. Как избавиться от колорадского жука? Это средство избавит вас прям сразу от колорадского жука. Почему? Я знаю несколько отрав эффективных, но в этом видео пойдет только об одном. Это Актора. Оно уничтожает не только колорадского жука, но и клещей, и также уничтожает тлю конкретно. Актора вообще эффективная очень. Ищите, чтобы не было подделки. Эффективно на 100%, если хотите, так скажу. Лучше обработку проводить утром, либо вечером после 6 вечера. Но я предпочитаю утром проводить обработку. 4 мл на 10 литров воды. И таким способом вы уничтожаете, еще раз говорю, не только колорадского жука, но и множество разных вредителей, что очень эффективно сокращает ваше время и средства прежде всего. Так что не бойтесь, берите Актору, обрабатывайте. Сейчас я вот буду обрабатывать деревья от тли. Тлю уничтожает тоже прям на ура. Очень нравится нам Актора. Подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи и всем пока!